Всем зрителям, подписчикам привет. Начинаем монтировать теплицу Легенда 2,5 на 6. Будет у нас цельные двери, будет форточный блок на термоприводах. Стоит все будет на таком фундаменте бетонном. Пока приехали, располагаемся и приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию, крепится с помощью анкеров, прикрутили понизу отлив, установили панели стеновые из поликарбоната, установили перелив, сейчас идет подготовка к покрытию крыши. Покроем крышу, будет форточный блок, двери обшить останется и система подвески. Закончился монтаж теплицы. Напоминаю, сегодня строили теплицу Легенда 2,5 на 6. Цельные двери по торцам установлены. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Верх крыши из трубы 20 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеется форточный блок на термоприводах. Система подвески по две нитки на каждую сторону. Диагональный усилитель для большей жесткости конструкции. Конструкция стоит у нас на бетоне, закреплена с помощью анкеров. Снизу сделан отлив из уголка. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!